вода – самое распространенное неорганическое соединение на нашей планете и основа всех жизненных процессов, определенных поступлением кислорода в главный движущий процесс на Земле – фотосинтез. Вода присутствует во всей биосфере – в водоемах, в воздухе, в почве и во всех живых существах. Производственная деятельность человека связана с потреблением питьевой воды и отведением в природу уже загрязненных сточных вод. Загрязнения носят различный характер. Наносящий экосистеме, водоем, почва, растения и животный мир человек – значительный вред. Повышение эффективности и экономичности очистных сооружений с возвратом воды в производство и получение утилизируемого малотоксичного осадка – основные направления деятельности научно-производственного объединения «Акваэкобром» города Пятигорска. Его специалистами разработана и с 1990 года успешно внедрена более чем на 160 предприятиях России, Украины и Казахстана комплексная технология глубокой очистки промышленных сточных вод. Эта технология применяется для глубокой очистки промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов и других характерных загрязнений. При этом уровень очистки по большинству основных токсичных загрязнений отвечает предельно допустимым концентрациям рыбохозяйственных норм, а получаемый при очистке осадок представляет собой кристаллические ферришпинели природных руд, имеет четвертый класс опасности и реально утилизируется в металлургической и строительной индустрии. Технология запатентована. Действующий патент РФ номер 2318737. Рассмотрим сам процесс очистки. Сточные воды, загрязненные кислотами, щелочами, ионами тяжелых металлов, поступают в приемную емкость для накопления и усреднения. Емкость оборудована уровнемером, управляющим работой откачивающего насоса. При заполнении емкости сточными водами до определенного уровня включается насос подачи сточных вод в гальванокоагулятор. Гальванокоагулятор, вращающийся в горизонтальной оси барабан, изготовленный из нержавеющей стали и предварительно загруженный железной стружкой и коксом в соотношении 4 к 1. Железо и кокс, погруженные в водные растворы, представляют собой разнопотенциальную гальванопару с потенциалами железа минус 0,44 вольта, а кокса плюс 0,36 вольта. Внутри барабана по образующей обечайке установлены полки-ворошители. При вращении гальванокоагулятора и пропускании через него очищаемых сточных вод происходит перемешивание загрузки, при этом и переменный контакт гальванопар, в результате чего железо растворяется с выходом положительно заряженных ионов в очищаемый раствор. При подъеме мокрой загрузки в свободную воздушную часть гальванокоагулятора происходит окисление двухвалентного железа до трехвалентного. При соотношении в очищаемом растворе двухвалентного железа к трехвалентному, равном 1 к 2, через ряд физико-химических реакций образуется пульпа, содержащая кристаллические легко намагничиваемые оксиды железа типа гамма-метагидроксида со структурой минерала липидокаракита и магнетита, обладающие высокой сорбционной и ионообменной способностью. Одновременно с этими процессами на коксе и на внутренней поверхности барабана происходит восстановление ионов водорода, в результате чего кислая среда очищаемых растворов нейтрализуется, pH поднимается с 2 до 6,5-7. Комплексной технологии глубокой очистки сточных вод предусмотрено три основных ступени очистки. Первая ступень очистки сточных вод. Ионообменные свойства оксидных форм железа пульпы проявляются в замещении двух- или трехвалентное ионов железа катионами тяжелых металлов с образованием ферритов этих металлов. Ионы шестивалентного хрома практически мгновенно восстанавливаются до трехвалентного, как на металле железной загрузки гальванокоагулятора, так и ионами двухвалентного железа при его гальванохимическом растворении. Растворившееся железо также участвует в образовании гидросульфатных и гидрофосфатных солей, тем самым снижая общее содержание очищаемых растворов и создавая реальные условия для возврата очищенной воды в производство. Вторая ступень очистки. Для максимального использования ионно-обменных свойств оксидов железа пульпы гальванокоагулятора и удаления остаточных концентраций ионов тяжелых металлов и деструктированной органики, технологии предусмотрен метод ферритизации, при котором активизация процессов образования ферритов тяжелых металлов и сорбции взвешенных загрязнений производится за счет подщелачивания пульпы до pH равном 8,5-9 и насыщения ее кислородом воздуха.
Для этого пульпа через уловитель измельченной загрузки гальванокоагулятора поступает в ферритизатор, в который дозируется небольшое количество 10% раствора едкого натра, предварительно подготовленного в расходной емкости. Третья ступень очистки. После ферритизации очищенные растворы насосом подаются для отстаивания на скоростной полочный отстойник. Размеры и конструктивные особенности отстойника определяются расчетами, исходя из необходимой их производительности и характера взвешенных загрязнений. Осветленные в отстойнике и максимально очищенные от основных загрязнений растворы самотеком поступают для фильтрации от взвешенных веществ и сорбции остаточных органических загрязнений на два последовательно установленных фильтра. Фильтрация и сорбция по принятой технологии происходит снизу вверх, что позволяет упростить эксплуатацию и обслуживание фильтрационного узла. Глубоко очищенные таким образом сточные воды после фильтрации самотеком поступают в емкость сбора чистой воды. Концентрации практически всех исходных загрязнений ниже ПДК и тех загрязнений в питьевой воде, используемой для производства технических нужд предприятия, а тем более сброса в централизованные сети канализации. По желанию заказчика, часть воды, как правило, около 50%, можно вернуть обратно в производство, либо всю очищенную воду сбрасывать на городские очистные сооружения. В любом случае, качество воды будет отвечать требованиям заказчика. В ходе очистки сточных вод по любой известной технологии неизбежно образование осадка. Однако, в отличие от всех используемых в настоящее время технологий очистки, осадок гальванохимической очистки имеет четвертый, малоопасный, класс опасности и легко утилизируется, не нанося ущерба окружающей среде. Этот осадок из нижней части отстойника и фильтров периодически сбрасывается в накопительную емкость и по мере накопления насосом подается на обезвоживание. Обезвоженный осадок сбрасывается в поддон и вывозится на утилизацию или на полигоны ТБО. Разработанная в НПО «Акваэкопром» технология по своим экологическим и экономическим характеристикам и простоте эксплуатации намного превосходит все существующие технологии очистки промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов и других загрязнений. ЮНЕСКО признала эту технологию наиболее перспективной и рекомендовала в применении для гальванических, шубно-меховых, горно-обогатительных и гидрометаллургических предприятий, а также для участков печатных плат и крашения трикотажных и хлопчатобумажных изделий.